Идет самый настоящий горный, из сотни сортов цветов собирает пчелы. Вот Риму мы уже знаем много лет, рекомендуем всем. Она мне дала баночку меда и сказала каждое божье утро чайную ложечку на теплую водичку на голодный желудок за 2 часа до еды. И с тех пор я себя почувствовал... Жигита почувствовал? Жениться готов. Жениться хочу еще раз. Пятый раз, да, или шестой? Пятый, уже, кажется, значит, Радик, мы находимся в Асиновском ущелье, да? Да, да. Вот река Асса. Река Асса и вот, Рима. Рима вот стоит. Прекрасный мед, да. Рима вот... Ее сколько видов? Пол России знает ее. Какие виды Рима у вас меда? Сейчас пока у нас акация и молочай. Акация и молочай. Да. А пчелы стоят пока на пасеке, у нас стоит на лифе. У вас лифе своя пасека, да? У нас своя пасека, да. А вот это что вот здесь? Вот, вот это забрус. Забрус? Забрус. От чего, для чего он? Забрус, он очень хорошо помогает при ангине, при гайморите, при синусите. И многие берут и... Больше любят его чаем. Так что? Вот так, так что рекомендуем. Лучший, самый мед у нее, это уже проверено годами. Отдыхающие, кто уже покупал, они меня всегда благодарят. Говорят, большое спасибо, что ты нам посоветовал. Поэтому да. Чистый, натуральный, ничего не добавляете, не разбавляете. Это харам, большой харам. Это большой харам, да. Так что рекомендуем всем.